В день эстафеты Олимпийского огня в Сыктывкаре порядок на улицах столицы вместе с сотрудниками полиции станут охранять и кинологи с собаками. Специально обученные немецкие овчарки будут сопровождать символ Олимпиады на всем маршруте. Их задача – проверять дороги и тротуары на наличие взрывных устройств. Тренировку четвероногих стражей порядка наблюдала Елена Кононова. Немецкая овчарка Джорджия еще не догадывается, какая миссия ее ожидает. Именно ей 2 ноября предстоит обеспечивать безопасность эстафеты Олимпийского огня в Сыктывкаре. Инструктор Олеся Калимянова за своего четвероногого напарника спокойно. Джорджия, можно сказать, с красным дипломом окончила Ростовскую школу разыскного собаководства. Взрывное устройство хоть в машине, хоть в багаже находит от 2 счета. Да и опыт есть. В 2010-м овчарка охраняла общественный порядок во время саммита «Россия, Евросоюз» в Ростове-на-Дону. Тогда она показала себя довольно-таки достойно, то есть она выдержала 30-40-градусную жару ростовскую. Нам было довольно-таки тяжело, так как работали очень много, усиленно, с коротким обеденным перерывом, самый солнцепек. Но она достойно это пережила и показала себя с лучшей стороны. Кстати, в начале 2000-х республики была лишь одна служебная собака, которая умела находить опасные вещества. Сегодня такие четвероногие сыщики есть практически во всех районах. Впрочем, для работы следопыта годится не каждая овчарка. Способности животных в том или ином направлении кинологи определяют 4-6 месяцев. Хорошо, умница. Пошли. Молодец. Вот этот упитанный задира Вальтер по характеру холерик. Из него получится отличный конвоир. Для разыскных работ хороши сангвиники, как немка Эльза, например. Она, кстати, регулярно оттачивает свои навыки на всероссийских соревнованиях. Если по типу высшей нервной деятельности, так же, как у людей, как и у собак, лучше, конечно, сангвиник. Это самый оптимальный вариант. Это подвижный тип. Из спокойного состояния быстро переключается в подвижное состояние, из подвижного в спокойное состояние. То есть этой собакой очень легко регулировать, руководить ей очень легко. Кроме того, овчарка должна различать запахи взрывчатых устройств, боеприпасов, оружия. Их в списке более 20 разновидностей. Сегодня 7 собак, которые будут обеспечивать охрану Олимпийского огня, тренируются ежедневно. И за успехи получают от наставников любимые лакомства. Кому-то достается кусочек колбаски, а кому-то изюм. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».